путь, вернее, к тому, чтобы записать некоторые песни, был очень долгий. Вот одна из таких вот песен, которая не сразу пришла к нам, мы ее пытались сделать в течение 6-7 лет, прежде чем что-то у нас получилось. В итоге у нас получилось, как нам кажется, одна из самых трогательных песен из нашего репертуара, называется «Ищу тебя».